Наркозависимость – это хроническое прогрессирующее психическое расстройство, которое характеризуется патологическим лечением и комплексом соматических расстройств, возникающим в результате употребления веществ. Молодежь против наркотиков – не просто слова, а образ жизни. Профилактическое мероприятие, посвященное борьбе с зависимостями, прошло в стенах Сестрорецкого технологического колледжа имени Сергея Мосина. Депутаты муниципального совета города Сестрорецка очень гордятся тем, что мы работаем в вашем здании Сестрорецкого технологического колледжа имени Сергея Ивановича Мосина, который является продолжателем очень многих сестрорецких традиций, в том числе, конечно же, производственных. И у вас мы проводим множество наших различных профилактических мероприятий, посвященных вредным привычкам. Для того, чтобы как можно меньше людей приобщилось к этим привычкам, мы проводим вот такие вот мероприятия, как сегодня. Я надеюсь, что оно будет не скучным, интересным и, самое главное, познавательным и полезным. Всем успехов! Мы за здоровый образ жизни. Встреча прошла со студентами первого курса колледжа. С развитием интернета наркотики становятся доступнее для молодежи и подростков, а прежние формы профилактики, заключавшиеся в информировании о вреде наркопотребления, все менее эффективными. Поэтому муниципальный совет все чаще использует в диалоге с подростками различные современные игровые интерактивные формы профилактической работы. Это антинаркотические круглые столы, квесты, привлечение студентов к занятиям спортом. Сейчас в медицине до сих пор используются наркотические вещества и сильно действующие наркотические вещества, но как бы в исключительных случаях. Например, людям, которые страдают там третья, четвертая стадия рака. Этим людям медикаментозно назначается употребление сильно действующих наркотических веществ. Для того, чтобы, знаете для чего? Облегчить боль. Да, совершенно верно. Для того, чтобы облегчить боль. С 1 апреля в Петербурге стартовал антинаркотический месячник. Главные его задачи – это привлечение внимания к проблемам наркомании и наркопреступности, повышение уровня осведомленности о негативных последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте. Сестрорецкий муниципалитет на постоянной основе проводит мероприятия, посвященные борьбе с зависимостями, мероприятия по профилактике правонарушений у подростков. Также муниципальный совет проводит занятия, посвященные профилактике терроризма и экстремизма, издает профилактические печатные материалы. Мы человек, это центр вот этого маленького общества. И если мы это будем понимать, то что мы являемся драгоценной частью, составляющей вот маленького общества. А наше маленькое общество, оно составляет большое общество. Тогда будет и меняться отношение не только к себе, а вообще к происходящему, вот и к наркотикам, и так далее.